Часть третья. Сведение композиций в программе Ableton Live 8. Урок первый. Интерфейс. В основной части программы Ableton Live находится Live Device Drop Area в режиме сессии или Track Display в режиме аранжировки. В них помещаются все используемые инструменты, звуки и композиции. Переход между режимами происходит при помощи переключателей Arrangement View Selector и Session View Selector. Внизу располагается окно сообщений Info View, отображающее информацию по всем функциям программы. Рядом с ним находятся окна Clip View, предоставляющие управление выделенным клипом, и Track View, которое управляет функциями дополнительных инструментов, обрабатывающих данный клип, таких как эквалайзер или какой-либо эффект. В левой части экрана расположен браузер, предназначенный для быстрого доступа к исходному аудио и MIDI материалу, а также для подключения плагинов и виртуальных инструментов. Он управляется при помощи 7 кнопок быстрого доступа к страницам. Show Hide показывает или скрывает окно браузера. Live Device отображает страницу Live инструментов, MIDI плагинов и аудиоплагинов внутреннего формата Ableton Live. Plugin Device Browser отображает страницу плагинов сторонних производителей. Оставшиеся три кнопки File Browser 1, File Browser 2 и File Browser 3 предназначены для организации быстрого доступа к исходным аудио и MIDI файлам. Пользователю предоставлена возможность распределить исходный материал по трем папкам. Отметим особую функцию Set as Root, с помощью которой можно сделать корневой любую папку, что существенно облегчит навигацию в сложной структуре директорий на жестком диске.